Август 2005 года. В Щелкове на Пролетарском проспекте открывается аллея памяти. Вечный огонь, доставленный от могилы неизвестного солдата, зажигает Аркадий Федорович Ковачев. Он был настоящей легендой городка авиаторов поселка Монино. Его заслуги высоко оценены еще при жизни. В годы Великой Отечественной войны Аркадий Ковачевич воевал на Брянском и Сталинградском фронтах, командовал эскадрильей в 9-м гвардейском истребительном авиаполку. 1 мая 43-го года за образцовое выполнение заданий командования и проявленное мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками гвардии старший лейтенант Ковачевич был удостоен звания Героя Советского Союза. После окончания войны он продолжил службу. Окончил военно-воздушную академию и академию генштаба. Работал первым заместителем начальника ВВА имени Гагарина. Вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта авиации. Аркадий Ковачевич проживал в поселке Монино. Вел большую военно-патриотическую работу, руководил клубом «Авиатор». Немало сил и энергии он отдал созданию знаменитого Монинского музея авиации. В 99 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Щелковского района». Аркадий Ковачевич похоронен на Монинском гарнизонном кладбище. Мемориальная доска установлена на доме, где он жил. На стене около молодежного спортивно-патриотического центра «Крылья» изображен его портрет в стиле граффити. А теперь в Монине появилась улица генерала Ковачевича. Решение переименовать бывшую улицу Нижегородскую в новом микрорайоне Гвардейский приняла комиссия по увековечению памяти выдающихся граждан и значимых событий городского округа Щелково. С такой инициативой ранее вышел Монинский совет ветеранов. А недавно во время выездной администрации местные жители обратились к главе округа Андрею Булгакову с просьбой приурочить открытие памятной таблички на этой улице к юбилейной дате – 105-летию со дня рождения Аркадия Федоровича Ковачевича 3 мая 24 года. На церемонии присутствовали представители органов власти, военнослужащие Щелковского гарнизона, кадеты летной школы имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина, участники военно-патриотического центра «Пантера», юнармейцы. Друг Аркадия Ковачевича, бывший начальник командного факультета ВВА имени Гагарина, генерал-лейтенант авиации Александр Тараканов, отметил, что в характере Аркадия Федоровича сочетались мужество, отвага и исключительное хладнокровие. Его отличала огромная ответственность за все, что он делал. Сын Аркадия Ковачевича поблагодарил за увековечение памяти отца в названии улицы в поселке Монино, которому тот посвятил значительную часть своей жизни. Чтобы над этой улицей всегда светило солнце, было мирное небо, в домах было тепло, счастье и радость, фактически это до того, чему посвятил папа свою жизнь. Мирному существованию нашей Родины. И главное, чтобы люди были счастливы и здоровы. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.